Уже второй год по инициативе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации во всех крупнейших городах, субъектов и муниципальных образований страны проводятся выставки коммунальной техники. На парковочной площадке около Дворца спорта «Видное» районные коммунальные службы устроили парад коммунальной техники. Тракторы, подметально-уборочные машины, погрузчики и грейдеры. Сегодня трудятся десятки разных, с первого взгляда, непонятных машин. У каждой свое назначение, для каждой нужен специалист, умеющий работать с ней. Гости смогли увидеть как знакомую, работающую на улицах города технику, так и новинки. Свое оборудование представили Видновское ПТО городского хозяйства и Дорсервис. После построения колонна коммунальной техники отправилась по улицам города, так что все желающие могли увидеть этот красочный парад.